Несколько лет назад, и наверняка даже сегодня, очень многие из нас придают большое значение понятию биотип. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, понятие биотип десны в отдельной единице он не существует, потому что биотип он привязан как к биотипу десны, так и к биотипу костной ткани. Также на сегодня уже известно, что у людей с тонким биотипом десны имеется мелкое нёбо. Мелкое нёбо – это означает недостаток кератинизированных тканей, которые мы можем забрать. То есть тут все взаимосвязано. Чем тоньше биотип десны, тем сложнее отслаивать лоскут. Но это не является оправдывающим фактором, когда у вас получается неудовлетворительный результат после операции. Трансплантат не прижился или ногу, или лоскут не кератизировался. Поэтому на сегодняшний день толщина десневого края не влияет на выбор метода лечения. Биотип десны, тонкий биотип, он характеризуется определенными показателями. Толстому биотипу свидетельствует коронковая часть зуба, квадратная форма зуба, тонкий межзубной сосочек. Но и это не самое важное. Понимаете, у каждого человека во рту на одном зубе может быть толстый биотип и может быть тонкий биотип. Соответственно, биотип десны, он формируется в момент прорезывания зубов, в момент эксплуатации этих зубов. После ортодонтического лечения толстый биотип может превратиться в тонкий биотип. Поэтому мы не должны говорить, что у пациента тонкий биотип, вот он всю жизнь с этим тонким биотипом будет ходить. И нельзя, вот я еще раз повторюсь, ориентируясь на биотип десны, выбирать методику лечения. На нижней челюсти, в области 31-41 зубов, отмечается тонкий биотип. Но в области двоек отмечается толстый биотип. Это еще раз является доказательством того, что в области одного зуба один биотип может быть, в области второго зуба другой биотип. По каким признакам мы проводим классификацию рецессии десны? Очень важная информация, очень важные слайды. Потому что, понимая классификацию рецессии, мы можем говорить о прогнозе устранения рецессии десны и о риске получения рецидива. Любая классификация, любую классификацию, 1, 2, 3, 4 класс, мы характеризуем по 4 показателям. Первое – это по расположению зуба. Второе – это по положению десневого края. Третье – это состояние межзубной костной перегородки. И четвертое – это по наличию или отсутствию межзубного сосочка. Класс первый. Зуб не развернут, не изменен, не выдвинут. Линия цементной эмалевого соединения, она четко видна. Наиболее апикальный край рецессии располагается корональнее линии цементной эмалевого соединения. Межзубная периодонтальная поддержка, она сохранна. И межзубные сосочки полностью заполняют межзубной треугольник. Вероятность закрытия рецессии 100%. Класс номер 2 имеет два подкласса, первый и второй. В целом, второй класс. Зуб не развернут, не изменен, не выдвинут. Линия цементной эмалевой соединения также четко видна. Наиболее апикальный край рецессии располагается апикальнее уже линии слизисто-десневого соединения. Вот по этому параметру отличается первый класс от второго. При первом классе линия располагается корональнее, при втором классе она уже может располагаться апикальнее. И первый подкласс второго класса характеризуется тем, что апикальная граница рецессии десны представлена кератинизированной тканью. А второй подкласс
характеризуется тем, что апикальная граница, она представлена подвижной слизистой. При втором классе успех может быть в 100% случаев. При первом и втором классе все зависит от наших мануальных навыков. Это раз. И второе, от того, насколько четко мы выдали рекомендации пациенту и насколько точно он эти рекомендации выполняет. То есть при рецессии десны нельзя говорить, что вот я умею, я сделаю, и у вас будет успех. Часто пациентам мы отказываем. Те пациенты, которые приходят, говорят, у меня все хорошо, устраните рецессию, чтобы было еще лучше, тем пациентам отказываем. Мы их проверяем месяц, полтора, два. Они приходят, мы обучаем их правильным навыкам гигиены полости рта. Просим их прийти через неделю-две, показать, как они чистят, научились или нет. Проводится профессиональная гигиена полости рта. Объясняется, разъясняется, почему гигиена полости рта важна для них. Потому что мы уже сами знаем, что основная причина возникновения рецессии десны – это руки пациента. Поэтому если мы не добьемся того, что человек нас поймет, через 2 месяца, через 3 месяца у вас будет рецидив. И вы будете винить себя, или методику, или технику. Но это не так. На сегодняшний день, открывая адекватную литературу, мы видим, что любая методика имеет свои показания и противопоказания. И любая методика может устранить рецессию от 95 до 100% случаев. Поэтому остается очень аккуратно выбирать пациентов. Всем нельзя делать рецессию. Не побоюсь этого слова, неадекватным пациентам для этого клинического случая операцию выполнять нельзя. Или те люди, которые ожидают от вас сиюминутного результата, что завтра уже будет бледно-розовая десна, рецессия устранится на 200%, и они могут продолжать жить так же, как они до этого жили. Жизнь у них изменится. Изменения произойдут в первые 2 недели, когда вы их ограничите во многом. Вот на этапе консультации вы расскажите им о ограничениях, которые нужно будет соблюдать в первые 2 недели, и вы проверите, он готов или не готов. Если он не готов, тогда нужно продолжать консультацию. Не переходить пока к выборам метода лечения. Ни в коем случае. Третий класс. Зубы могут быть слегка развернуты, неправильно расположены, выдвинуты. Линия цементной амалевого соединения, она видна. Маргинальный край рецессии доходит или переходит слизисто-десневую линию. Уже отмечается потеря межзубной кости. Опекание линии цементной амалевого соединения. Межзубные промежутки не полностью заполнены межзубными сосочками. Вероятность успеха до 90%. И сразу переходя на 4-й класс, при котором уже имеется потеря межзубной костной перегородки, опекание линии слизисто-десневого соединения, мы уже используем другие термины. Мы, если сталкиваемся с рецессией 3-го-4 класса, мы ни в коем случае ни себе, ни коллегам, ни пациенту мы не говорим о закрытии рецессии десны. Мы говорим о стабилизации десневого края. Мы говорим о углублении преддверия полости рта. Мы говорим о создании зоны прикрепленной кератинизированной десны. И все это мы делаем для того, чтобы пациент мог чистить зубы правильно и не причиняя себе боль. 3-й-4 класс – это увеличение толщины десневого края. Это углубление преддверия полости рта. Но это никак не устранение рецессии десны. Поэтому нельзя браться за 3-й класс и говорить, я не получил, то есть пациенту сказать, что да, мы все сделаем, мы устраним рецессию. И потом оправдываться, говорит, нет, а мы не говорили об устранении, мы говорили об увеличении. Поэтому изначально, если пациент приходит, мы говорим, нет, это не устраняется. Это вот в книгах написано, что это не устраняется. Мы можем восстановить десневой край на том уровне, где имеется костная ткань. Но никак не выше. Поэтому зуб останется обнаженным,
Мы просто создаем условия для индивидуальной гигиены полости рта. Все. Диагностика.